улице женщина шла, и память отчаянье. Я в синий троллейбус сажусь на ходу. Объясняю, понимаешь, ситуацию в последний китайский раз. Троллейбусы взрываются, террористы не найдены. Москвичей под нашим присмотром наплодилось 10 миллионов. Сколько охраны у нас нет. Поэтому с сегодняшнего дня будем, значит, защищать Москву собой. Выездное заседание Совета Безопасности объявляю открытым. Доложи обстановку. Курский вокзал. Я спрашиваю, что делается для поимки преступников? Закрываем казино. Зачем? По ночам в казино приходит много бандитов. Ну так надо прийти, понимаешь, следом и арестовать их. Не надо. Почему? Могут застрелить. Кого? Всех. С ними, с бандитами, лучше хитростью. Мы что предлагаем? Закрыть все казино, рестораны, клубы, банки закрыть, офисы, автозаправки. Вообще все закрыть. Бандиты разорятся, начнут ездить на троллейбусах. И рано или поздно все подзорвутся. И с преступностью будет покончено. А пока будем ловить бомжей. Привет. Чего надо? Я тоже хочу заслонить народ своим телом. Где телевидение, где НТВ, где Саша Невзоров, где они все? Граждане. Не забывайте своевременно и правильно оплачивать свой проезд. Ага, сейчас вообще. Едешь, рискуешь жизнью, так за это еще платить надо? Не дождетесь. Я на Мерседес езжу на халяву, а за это рогатое железо платить не намерен однозначно. И вообще, я народный избранник, мне все бесплатно полагается, понимаете? Пробейте билет. Ты что-то сказал, пацан? Прокомпостируйте талон. Прокомпостируй себе мозги, ты тут новенький. Не вводи своих порядков, понял? Вот он в 87-м году в троллейбус один раз вошел, за билет заплатил. Народ до сих пор за него голосует. И ты туда же, что ли? Я обещал избирателям бороться с коррупцией во властных структурах. Да молодец, что обещал, умница. Молоток, кувалда. Вот поэтому и сидишь во властных структурах. Что ж теперь, сам с собой бороться будешь? Ты что, нанайский мальчик, что ли? А за нанайского мальчика я тебе ноги выдерну. Ладно, хватит. Здесь закрывают народ своим телом. Здесь, здесь. Очень хорошо. Троллейбус-то хоть охраняется? Зачем вы его сюда впустили? Он нас всех взорвет. Пускай лучше сидит тут, меньше вреда. Продолжаем заседание. Что еще планируется для безопасности москвичей? Для безопасности москвичей планируется выселить всю чеченскую диаспору. Ну, это давно пора. Только, значит, Завгаева не трогай. Почему не трогать Завгаева? Ну, не будь ты зверем. Человеку отсюда ехать некуда. Как это некуда? Он же президент Чечни. Да он в Москве больше площади контролирует, чем в Чечне. А какая у него площадь в Москве? За это как раз не беспокойся. Как это не беспокойся? Я же обещал избирателям. Да погодите вы. Давайте по порядку. Что насчет террористов? Версий много. Может, действительно чеченцы. А может, свой родимый солнцевский качок тренируется. А может, просто псих какой-нибудь, которому 10 числа опять зарплату не выдали. А почему не выдали? Надо, понимаешь, выдать. Ну сколько можно? Хватит. До выборов целых полгода всей стране зарплату платили. Экономику подорвали. Хуже троллейбуса. Всей стране платить зарплату? Это значит не государственный подход. Надо платить только тем, которые эти троллейбусы взрывают. Зюганов наш президент. Зюганов наш... Слушай, кто это все пишет-то? Я думаю, иногородние. Больно много иногородних в Москве. Да, не зачищена Москва, не зачищена. Да, ты откуда родом будешь? Из Новочеркасска. А ты? Я питерский. Ага. Ну ты, с тобой все ясно, ты... Оренбургская область. А вы? Ты, значит, поспрашивай еще у меня. А я зато из Москвы, Сокольников однозначно.
Когда выселишь иногородних, надо будет, понимаешь, заняться коренными москвичами, понял? Сокольники, вырублю собственноручно. Вы тоже хотите принять огонь на себя? А я что, похож на пожарного? А что вы, значит, тогда здесь делаете? Скажите, что нормальные люди делают в троллейбусе? Я тут еду. А вы о чем вообще? Мы о преступниках, об убийцах. Надо как можно быстрее найти убийц. А вы где их ищете? Да везде. В Чечне ищем, на вокзалах, в казино. Ага. А в Кремле не пробовали? Площадь восстания. Какого восстания? Не знаю, тут не написано. Никаких восстаний. Не останавливайте, едем дальше. Продолжаем заседание Совета Безопасности. Продолжайте на здоровье, только сначала уберите свою сумку с прохода. Это не моя сумка. Как не ваша, а чья? Какое мне дело? Продолжаем заседание. Братцы, чья сумка? Не знаю. Ага. Попались. Скажите, кто попался? Мы. А я знаю, чья это сумка. Чья? Давай лимон с зелеными, тогда скажу. Ты же обещал. Ну? Какой еще лимон? Ну, значит, не до цитрусовых. Сейчас надо предпринять все меры безопасности. Водитель, заберите сумку к себе, а? Не могу. У меня хорошая репутация. При чем тут репутация-то, ну? Я чужого не беру. Тихо. Начинаю. Самостоятельное расследование. Ну, и чья это сумка, ну? Не знаю. Фу, говори, я обещал миллион, я его заплачу. А где гарантии, где? Предоплата надо знать. Вот заплати заранее, тогда скажу, все, ну. Погоди ты, ну, откуда в троллейбусе предоплата, Ирод? Не мое дело. А бесплатно с вами пускай радио разговаривает, пожалуйста. Хорошо. Вы какую предоплату хотите? Минимум 100%. 25. Пацаны, не держите меня за лоха, ну. 33. Хорошо, уговорили. Половину сейчас, половину после взрыва. И предупреждаю, только налом. Откуда у нас в троллейбусе столько нала? Это ваши проблемы, это меня и касается, понимаете? Негодяй. Ну что же, давайте в складчину. Вот молодцы, давайте, давайте. А они? А что с них возьмешь? Давай. Так, давай. Штука. Так. Еще штука. А вот это рвану себе оставь, да? Еще 10 штук. А скорее, брат, чтобы я успел... Ну не мешай ты. 20 и 20. 50 давай, штук. Давай. А, хорошо. Все. Грабитель. Мужики, откуда у вас столько денег? Николаич, уцелеем, расскажу. И зачем я обещал избирателям бороться с коррупцией? Пол лимона. Говори, кто подложил сумку. Погоди, не торопи меня, не сбивай, ну что ты? Сейчас. Так. Ага. Ну вот другое дело. Теперь моя совесть чиста. Говори имя. Теперь террористы понесут заслуженные наказания. Теперь им не уйти от ответа. Кто? Кто подложил сумку? Люди доброй воли не позволят преступникам. Не позволят однозначно. Имя. Иди сюда, иди сюда. Клин, там. Век думы не видать. Мы проезжали мимо американского посольства. Нам подбросили в окно, я видел, понял? Видел? Кто? Киссинджер. Можно я его убью? Погоди. Раньше надо было. А теперь ты секретарь Совета Безопасности. Теперь ты можешь уничтожать только страны и континенты. Отдавай деньги, чертов балабол. Господа, извините, что вмешиваюсь, но надо что-то делать с сумкой. Если надо, сделай. Пускай несет ее обратно в посольство. Ему все равно отсюда эмигрировать. Слушайте, там что-то тикает. Что там может тикать? Угадай с трех раз, елки зеленые. И уже давай принимай, значит, какие-нибудь меры. Ну что ты сидишь-то? Товарищи, кто обезвредит эту гадость? Есть такой человек. И вы его знаете. Это он. А вы? А за меня проголосовало 11 миллионов человек. Я теперь собой рисковать не имею права. А я, значит, тем более. А мне тоже нельзя. Мне тоже тем более, понимаете?
Я сам взрывоопасный, я сыпучий. Не, я горючий однозначно, я не пойду. Вы, значит, хотели закрыть что-нибудь своим телом? Раз сообщить вам, что такая возможность уже имеется, давайте. А кто, по-вашему, будет бороться за права трудящихся? Это мы как раз найдем. Прошу, понимаешь, пройти к устройству, давай. Я хоть и коммунист, но не дурак. Вот тут есть демократ. А я хоть и демократ, но не сапер. Пойдем выйдем. Куда? Какая разница? Открывай двери. Не-не-не, погоди. Дверей не открывать. Ну почему? Потому что мы приняли решение охранять москвичей своими телами. И будем их охранять. Никто отсюда не выйдет. Оно же тикает. Оно и должно тикать. Может, это просто будильник? Может и будильник. Посмотрим. Давайте посмотрим на это снаружи. Нет. Смотреть будем, как вся страна, изнутри. Ну почему? Потому что, значит, я фаталист. Да не бойся ты, я в лесу ребенком терялся. Пальцы резал, с моста летал, с самолетом падал. И все всегда выходило хорошо.